Смотря сегодня в зал своими трезвыми глазами, доброй ночи, молодежь. Ну, не все такого пенсионного возраста, как я, поэтому у вас вся жизнь впереди. А поэтому, в отличие от меня, вам можно бухать, болеть с похмелья, хотя в вашем возрасте с похмелья не болеют. Шур тебя нахуй. Я ее одна вижу. Живая сука. Кальмирьянь. Наташа! Вы мне скажите, вообще-то это моя подруга. Наташа, давай хотя бы во втором отделении будем приносить алкоголь. Я не могу, это моя работа. Ты проститутка! Нет, вот вы скажите, она как подруга моя, она должна мои исполнять желания или ваши костюмы? Поэтому она проститутка. Вот что мне остается дело? Представляете, если бы не я, Натаха нахуярил. Натаха, бей! Наташ! А кто, я или она? Она? Дайте поцелую. Дёсна. Я с мальчиками дёсна не целуюсь, я лесбиянка. А Натаха по паспорту Евгений. Сейчас она уйдет. У нас же одна с официантами Нью-Йорка с лор-артистом. У Натахи такой хуй пиздец. Ой, нет, такой хуй, я не работаю. Нет ее знаете? Правда, у него одно яичко не работает. Эффектное, поэтому в нашем клубе работает. Друзья мои, ну, знаете, сегодняшняя пятница — это маленькая суббота. А если сегодня нахуяриться прям по-взрослому, то до 15 числа вот так день пролетит незаметно, неделя. А там, видишь, уже и в большом концертном зале клуба «Центральная станция», группа «Винтаж» во всей своей красе ровно через неделю будет радовать вас, меня, да и всех отдыхающих нашего заведения. А мне бы сегодня хотелось есть пьющий зал. Пьющий зал, нет? Нет, пьющий зал и бокалы поднимают. Есть, есть. Да? А вы уже выпили свое? Ну не пиздите. Берите пар за алкоголем. Шуля, да, должна встать. А, все. Так, наверху. Имбецилы, все, поехали. Итак, друзья мои, мне бы хотелось, чтобы... Ушами на место, на ухо. Мать, много не пей. Говорят, в сентябре будет вторая волна. Не верю. И правда. Ребят, мне кажется, нет. Я понимаю, если бы у меня в гримерке, я бы сидела с гримерным столиком, тут Фригида умерла от коронавируса, тут Шамину на скорую везли, тут Рокси сидит. Ну, я подумала, да, будет вторая волна. Нет, Шамина живее всех живых. Фригида сидит, красоту на лице замазывает. Круассан жирнее стало. Ну какая нахуй вторая волна? Поэтому давайте за осень, которая приближается, осталось последний.